Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юлия, и сегодня буду готовить заготовку на зиму из перцев и кабачков, и решила поделиться с вами. Рецепт абсолютно простой, все делается элементарно просто. Еще нам понадобится соль, сахар, чеснок, уксус и специи по вкусу. Я буду добавлять в несколько баночек красный острый перец и во все положу еще по 3 горошинки черного перца. Ну, а вы смотрите и ориентируйтесь на свой вкус. В оригинальном рецепте специи вообще не идут, только чеснок. В этом рецепте пропорции рассчитаны на 1 литровую банку, но для удобства использования я буду делать в этот раз в пол-литровых банках, ну а в описании под видео пропишу пропорции, так как и должны быть в расчете на 1 литровую банку. Этот рецепт из записной книжки моей мамы, она его готовила много лет, всем он из нашей семьи нравился, поэтому решила поделиться с вами. Для начала нам необходимо перец разрезать, очистить от плодоножки и семян, и также очистить кабачки. Если у вас кабачки не нуждаются в чистке, мягкая кожица, то можно не очищать. Здесь у меня кабачки уже крупные, поэтому еще дополнительно буду очищать и от семян. Перец разрезаем на 4 части, а кабачки нарезаем дольками. Ну и для того, чтобы у меня заготовка в банках смотрелась веселее, я выбрала вот такой яркий перец. Но, естественно, можно использовать любой по вашему вкусу. Для того, чтобы полностью избавиться от семян, я сначала достаю все руками, ну а потом промываю под холодной проточной водой. Так получается быстрее. И стеночки я также удаляю. И теперь остатки семян я промою под холодной проточной водой. И теперь разрезаю половинку напополам. Теперь необходимо очистить кабачок и разрезать его на полукольца. Так как у меня кабачок уже крупный, то я еще дополнительно очищу кожицу и удалю семена. Так как у меня кабачок крупный, а банки будут не очень крупные, пол-литровые, то я решила разрезать не напополам, а на четвертинки. Нарезать буду не очень толстыми кусочками, вот такими. Для того, чтобы не терять время, пока буду дорезать кабачок, поставлю воду, чтобы она закипела, так как необходимо следующим этапом будет пробланшировать кабачок и перец. И точно так же поступаю с оставшимся кабачком. У меня вода уже закипела. Сейчас я добавляю сюда щепотку соли. Теперь необходимо пробланшировать перец и кабачок. Жду, когда хорошо закипит, и буду начинать раскладывать. На дно банки будем укладывать сначала перец из расчета 4 четвертинки на 1 пол-литровую банку. Если готовите в литровой, то, соответственно, 2 перца нам необходимо. И затем буду опускать кабачки. Сильно долго варить не надо, для того, чтобы они оставались хрустящими. Я сразу буду делать все баночки. У меня здесь 6 штук. Половину засыплю перца и потом разложу, и потом вторую половину. А затем уже буду делать кабачки.
кабачки укладываю плотно до самого верха. Теперь в каждую банку я буду добавлять по 3 зернышка черного перца и еще вот добавлю в 3 баночки по 1 маленькому острому перцу. Он очень острый, поэтому буду брать вот по 1 штучке и сделаю 3 баночки таких, 3 таких. Каждую банку необходимо добавить по 1 столовой ложке сахара, пол чайной ложки соли и еще 1,5 столовых ложки уксуса, у меня 9%. Ну и соответственно на литровую банку увеличиваем в 2 раза. Соль беру обыкновенную поваренную, у меня которая не йодированная. И также на каждую баночку по 2 зубчика чеснока. Дополнительно буду еще разрезать для того, чтобы чеснок лучше отдал свой аромат. Теперь заливаем все кипятком, закрываем крышками, переворачиваем вверх дном, накрываем чем-нибудь теплым и оставляем так до полного остывания. Затем убираем на хранение. Обычно у всех кабачков в избытке, поэтому такой удачный рецепт. Получаются вкусные кабачки с ароматом перца. Ну, в общем, кто любит перец и кабачок, я надеюсь, вам понравится.